На заполярном месторождении продолжается строительство второй очереди газотурбинной электростанции на 48 мегаватт. Именно она призвана обеспечить энергией дожимную компрессорную станцию на втором синаманском промысле. На площадку завезли основное технологическое оборудование. Уже установлены трансформаторы. В ближайшее время строители приступят к монтажу газотурбинных установок. В здании тепломеханического блока будут установлены сетевые рециркуляционные насосы и трансформаторная подстанция для питания вспомогательных сооружений. Транспортировочная масса трансформатора 42 тонны. После сборки вес увеличится на 6 тонн. Данные силовые трансформаторы у нас являются повышающими, то есть 10 киловольт на 110. Ну и в ближайшее время будет произведен монтаж данных трансформаторов, смонтировано навесное оборудование, долито трансформаторное масло, ну и собрано и передано в эксплуатацию.